Блин, первая игра в Турции, первый новый для нас турнир. Какие впечатления? Впечатления положительные. То есть, конечно, хотелось выиграть. Так здорово. Игровая практика для всех. То есть, все 90 минут сыграли одним составом, я думаю, все в плюс. Наверное, это результат 0-0. Меньше всего расстроил, наверное, на тебя. Все-таки можно назвать тебя героем матча. Именно 11-метровый удар, наверное, не часто берется в игре. Ну да, с Божьей помощью. У меня получилось его отбить и выручить команду в нужный момент. Ты вот по удару реагировал или знал, куда будет бить? Нет, я гадал. То есть, ну, по удару как бы пенальти очень тяжело отбить. Сегодня было несколько новичков у нас в команде. Как взаимопонимание с ними? Как впечатление они произвели? Ну, в целом нормально, то есть хорошо. Впечатление, я думаю, это тренеру решать. То есть он даст им игру и оценку их игре. Вот. В принципе, никакого барьера у нас там не было в плане взаимопонимания. В принципе, все нормально. Сегодня команду руководил Джос Дарден. Какую установку он давал? И вообще, какая у нас установка на этот турнир? Установка у нас на каждую игру установка побеждать. То есть и выполнять основные принципы игры, которые нам проповедует наш тренер, главный тренер. То есть старались выполнить установку, наши принципы выполнить. Спасибо, Жень. Удачи.